Классно. Вот вы что, в депо зашли? Ну а? Зашли.
что мне туда не нравится, я как к нему пригляделся. Самое интересное здесь, поселке Октября, там где трамвай, там где замост трамвайной линии. Там находится социалистический городок царской эпохи. Да, вот они. Ну, народ уже в трамвай идет. С праздником! На предыдущих рейсах тоже хотели сесть явно. Я тоже хотел. Когда еще трамвай запускают, тогда они думают, чтобы тебе поехали. Ну да, ну а что, они видят, вагон едет, вот. Бросил там машину на кулак. Я на другой аппарат снял.
это делать после недели, на самом деле города уже. А? А что? Завтра я заправляю за рулем. Машина. Все, едет, есть. Водители сели. Разлетаются. Нет, надо будет. Я не понял, что ты тут делаешь. Надо хоть по-ногенску объявить, что пустили движение трамвая, чтобы машины не ставили на линию. Вот и завтра. Давай завтра на заезд. Где завтра успокоишь, проснулся? Ну, да, ты еще идем мальчики набрать. Мальчики не играть идем. Манечкин! Игра настольная, карточная. Пробиваем. А что, там по путям едем? А, это все, это домичи. Друзья, ну, как вам здесь все? Забыл и не пошел. Молодец. Я думаю, меня отправил, сам не пришел. А ты там был? Да. Я забыл записаться. Так может, без записи? Да. Надо просто явиться и все. Да, ну я не знал. Сами радио поехали.
да. Я тут не поеду. Я тоже не поеду. Конечно. Да не надо, не надо. Я рубил. Там в прошлый раз выезжали по эфирному. Нужно или нет? Просто это не есть, но это позапрошло. Какая-то радиостанция.